Лучше бы не пригодилось, но знать нужно. Представители Одинцовского молодежного центра рассказали школьникам о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Например, при вооруженном нападении на учебное заведение или теракте. По последним событиям, да, которые случились у нас в Крокус-Сити, мы понимаем, что одно дело учение, другое дело конкретный факт, когда случается факт терроризма. Первое правило в случае ЧС – не паниковать. Об этом напомнили школьникам. Обсудили и понятие экстремизм, рассказали об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Существует ответственность по статье 207, она наступает с 14 лет. Это далеко не игрушка. Уголовная ответственность повышена. Вот с прошлого года она увеличена, это теперь тяжкое преступление. Если раньше было средней тяжести до 5 лет лишения свободы, то теперь тяжкое преступление. В конце лекции провели небольшой блиц для закрепления материала и раздали памятки. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».